Все, давай. Ага, вот он так. Потому что он хочет жрать. Он, в общем, нет, 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 не так, давай. Давай. Давай, давай, давай. Да. Молодец, голодный мой. И ты их не успела снять, как от серый взял. Так, звезда моя. Ай, у нее плохо работает. Давай, давай, перегоняй ее. Плохо работает это. Перегонка. Так, кашу ты взяла, да? Там. Ну, Алик, посмотрит, что там не так. Там, видимо, гнутая арматура. Ты уже все знаешь, ты кушать хочешь. Не открывай, пожалуйста, пока. Пока не открывай, малышка. Сейчас покормим всех. Нет. Наоборот, рычагом металлическим надо это. Ты хочешь, чтобы вот так или металлическим? Сбоку вот так. Нет, тонким. Я вчера руками ее, конечно, она где-то там застревала. А там же гнутая арматура. Надо Алику сказать, чтобы он посмотрел и сделал, да. Вот оно там. Там дерево, там не арматура. Оно позадноцепляет. А, так, куда собралась? А ну, в принципе, она аккуратно берет. Нормально. Я просто это, руки немножко замок. А ну, давай я. Ой, малышка. Сыпайте. А, ну вот. Сейчас, ты, у тебя не терпячка, ты кушать хочешь. Конечно, ей мало было. Ну ничего, мы сейчас тебе увеличим пайку постепенно, чтобы ты у нас рефидинг-синдром не заработала. Рефидинг-синдром нам тут не нужен. Иди, иди сюда. Господи. Да. От нетерпячки, видишь? Скребет когтями. Давай, задвигай себе. Хорошая. Очень кушать хочется. Вкусная кашка. Вкусная. Я же варила кашу. Конечно. Да. Профессионал. Там. Сколько там? 4 злака получилось у нас? Греча, ячневая, пшеничная крупа, рыбка. Ну да, зубки-то там не молодые. Сено попало. Сеноядный вок. Был канадский, стал сидеть. Я думаю, что этому надо добавить. Конечно. Так, надо сейчас вторую покормить маленькую мимимишку. Ой, маленькая мимимишка. Маленькая мимимишка. Сейчас, сейчас покормлю, малышка. Сейчас, моя девочка. Ты же девочка, я надеюсь. Эй, сейчас выключу.